Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Дочь Любови Успенской рассказала о давлении со стороны популярного телеканала. Телеканал НТВ снял скандальный выпуск передачи «Звезды сошлись» с участием Любови Успенской и ее дочери Татьяны, которым последняя раскрыла множество неприятных подробностей о взаимоотношениях с мамой. После выхода анонса передачи девушка заявила, что журналисты заставили ее озвучить вещи, порочащие честь матери. В эфире Татьяна рассказала, что Любовь Успенская запирала ее в комнате и пыталась душить, однако позже назвала эти слова вымыслом. По заявлению девушки, она испытала давление со стороны работников канала. Об этом дочь звезды рассказала в интервью для Star Hit. Как сообщает издание, сотрудники НТВ воспользовались неустойчивым психологическим состоянием девушки и смогли настроить ее против матери. При этом изначально Татьяна ехала на съемки позитивной передачи, где рассчитывала раскрыть свой талант. «Я оказалась в руках НТВ, они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество, я прочитаю стихи, спою песню», — делится девушка со Star Hit. «Не ожидала, что там пойдут нападки со всех сторон. У меня не было возможности ни с кем связаться, не было сим-карты. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места, войти в доверие», — рассказала девушка. Сама Любовь Успенская призналась, что была в шоке, когда увидела анонс передачи и не узнала в ней свою дочь. Звезда считает, что съемочная группа держала девушку в заложниках и заставляла придумывать грязные вещи. Кроме того, по словам Успенской, у девушки отобрали телефон и удерживали ее в гостиницах 3 дня. «Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было. Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни, моя дочь, это моя муза», — рассказывает артистка. Теперь звезда планирует защитить честь своей дочери и разобраться в ситуации с помощью правоохранительных органов.